Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Ведьмака 2. Давно не играл, блядь, что-то вообще времени не было. Бак с волосами прошел. Давайте сходим, посмотрим, что там пернатый делает. А пернатый... Сука! Пернатый нихуя не делает. Ладно, давайте глядеть, что у нас там по заданию. По заданию. Память старых лет. Блять, записка эта ебаная. Медальон сейчас, наверное, пойдем обсуждать. Кэнсельту. Старые счеты. Это тут нихуя. Дождаться развития событий. Так, сейчас пойдем базарить. Кэнсельту. Хенцель-то, блядь. У нас вариантов-то больше нету, между прочим. Только Хенцель нам нас спасет, блядь. Точнее, спасать только как раз мы его будем. Итак. Блядь, надо было там... Подожди, здесь обрыв-то, что ли? Что-то припарил, блядь, совсем. Погоди, тут сожженные деревни. Мне они нахуй не нужны. Бля, надо было... Не туда пошел. Ну ладно, здесь пройдем. Какая хуй разница. Там бы, блядь, прошли через... задний двор. Бля, вы что, издеваетесь, что ли? Какая нахуй... это самое... Откуда тут мгла-то, блядь? Тут вроде ее не было. Я вообще не туда пошел, что ли, хотите сказать? Сука, точно, блядь. Погоди. Нет, я... Подожди, я туплю, блядь, по-страшному. Мне надо через мглу пройти. Да, мне надо через мглу пройти. Все. Туплю. Подзабыл маленько. Че да как? Сейчас мы пробежим через мглу. Золтан там остался со своими гномилами. А мы сейчас пойдем к Хенцельту. Итак, вот она, битва. Амулет все еще действует. Амулет действует, это заебись. Это... Но я лучше. Лучше возьму мечик-то в ручонке, блядь, наверное, да? Так, амулет, давай, блядь. Не бей мозг. Не бей голову. На, сука, кто-то задел меня. Так. Ого. Ну я вышел из него вроде бы. Там меня пиздят до сих пор на загрузке. Так. Где это я, блядь? Вышел? Да. Что произошло? Хорошо, что ты пришел. Мы тут с нильфгаардцами подрались. Что случилось? Они все крутились, глядели во мглу, как будто ждали чего-то. Я собрал Фенна, Силаса и еще пару парней. Приказал Бьянке прикрывать нас издали, и мы пошли с ними поговорить. Я их вежливо так спрашиваю, что они на туман пялятся, будто сам император оттуда сейчас вылезет. Они ничего, но вижу, что лица напряженные, злые, и что-то там ворчат на своем паскудном языке. И тут из мглы женщина выходит. Красивая, но едва живая. Зашаталась и упала. А из ее руки выпала статуэтка. Вроде нефритовая, не больше моей ладони. Если бы я не знал, что это невозможно, я бы сказал, что это Трис, которую превратили в камень и уменьшили. Это возможно. Артефактная компрессия. Где она? Не знаю. Девушка рявкнула на солдат, и началось. Черные набросились на нас, а она сбежала в сторону лагеря. Я иду туда. Мы с тобой. Собирайтесь!
Найти Трис в лагере нильфгаардцев? Ну ладно. Ты меня пустишь, блядь? Сука, вот этот ебаный баг. Дверь открывается, блядь. Ну это не баг, наверное, просто так сделано. Дверь открывается. Так, я первый войду, блядь. Так. Где он? Вот он. Хорошо. Скорее всего, отдали Детмальду, блядь, статуэтку. Козлу, блядь. Тут что-то происходит, блядь, или нет? Корабль? Слишком поздно. Персифаль готов к отплытию? Да, только нас отсюда не выпустят. У Хенсельта свои планы. Причем тут Хенсельт? Трис у Шиллерда, ее надо спасать. Не выйдет. Нам не позволят отплыть, пока ты не снимешь проклятие. А пешком мы далеко не уйдем. Если бы они хотели ее смерти, она уже была бы мертва. Кроме того, мы знаем, куда отправился посол. В Лок-Муине. Властители и чародеи встречаются там, чтобы в очередной раз поделить мир. Там Трис и будет. Обещаю. Да, но тогда... Кто-то девица, блядь, которая держала статуэтку. Вопрос... Вопрос. Тут что у нас есть-то? Так, вот, взять первую. Дай-ка мы сейчас его прочитаем. Первое письмо эмиссара Шиллерда Фицэстерлена императору. Его императорскому величеству императору Нильфгаарду Эмгиру Вар Эмрейсу. Лично в руки. Ваше императорское величество, спешу доложить, что чародей Вангемар оказался человеком достойным. Он держит свою ученицу Цинтию на коротком поводке и вместе с тем не проявляет чрезмерных амбиций. Мне кажется, что его преданность не следует подвергать сомнению, а его способности более чем отвечают целям вашего императорского величества. Последней проверкой станут переговоры. Посмотрим, как он себя поведет и проявит ли большую стойкость. Большую, наверное, стойкость к соблазнам, чем чародейки. Передаю нижайший поклон вашей августейшей супруге. Преданный слуга вашего императорского величества Шиллерд Фицэстерлен. А что значит августейший, блять? Что-то первый раз такое слышу слово, блять. От слова ав... Ну, от слова август, что ли? Так, что там, ржавый нож? Давай возьмем все. А вот тут интересно, песня охоты. Что за песня охоты тут такая? Широкой спиралью проносится в небе охота, кружась над миром смертных. Сникает всякая жизнь в вихре этом, расклад и анархия встают над миром. Ветры войны несут запах крови, смывают исконную невинность. Время оставить любую надежду, час окунуться в поток бурлящий. А отражения зеркальные, без сердец и без разума. Миры изводят во имя тех, что кровь на крови сберегли, и безудержной алчностью сыты. Конечно, не склад, не лад, но, блядь, поцелуй дрова в живот, блядь. Огонь. Огонь. А здесь закрыты, да, эти, блядь, палатки-то нахуй?
На берег не попадаю. Нильфгаардцы. А вот здесь корабль. Ну, слушай, ну я там был на этом корабле-то. Что, и магия-то не работает нихера. Ну, вроде были, да, ведь там? И зачем здесь? Лечение. Странновато. Ты можешь спуститься? Без мозгоебства. Нет. Я бы сбегал, конечно, еще раз к этому кораблю. Король Хенсельд ждет тебя. Пошел ты, блядь. Вместе с своим королем, блядь. Ладно, погнали к Хенсельду. Что он там нам скажет? Где ты? Наконец-то! Ты добыл копье Сабрины? Не только. У меня есть все необходимое. Ты не пожалеешь об этом. Пойдем проводить ритуал. Угу. Это как раз мы опять на месте казни Сабрины. Тут она умерла. И при смерти напакостила. По воздуху чувствуется, что это то самое место. Свечи усиливают это ощущение. Народ совсем глупый пошел. Кто-то сказал, что эта сука умерла смертью мученицы. Так теперь ей свечки ставят. Взглянуть бы на это место издалека. Во время казни я стоял вон на том холме. Давай покажу. Пойдем. Жутковато тут. Надеюсь, что это скоро закончится. Ты бегать умеешь, король? Или тебе по рангу не положено? Ну, наверное, там он стоял. Так где еще тут он может стоять-то? Лишь бы не забаговало, блядь. А здесь ты стоял? Хорошо, что тут ровно. Боишься ноги разболятся? Тебе придется нарисовать вокруг кострища рунические охранные знаки, государь. Охранными знаками ведьмаки занимаются, а не короли. Если не ошибаюсь. Важно, чтобы ты сам нарисовал этот круг, король. Важно для кого? А сам как думаешь? Сабрина твою смерть предсказала. Хорошо. И что делать? Чтобы снять чары, нужно разыграть события 3-летней давности. Как ты собрался что-то разыгрывать, если половину действующих лиц давно съели черви? Все дело в силе. В силе, наложившей проклятие. В сочетании с силой того, на кого оно было наложено. Тьфу! Когда получится начертить нужные знаки, мы увидим дух Сабрины. Воскреси эту суку, и я с удовольствием всажу ей. Помни, ты должен вонзить копье в то самое место, куда всадил его солдат. Только раньше, прежде чем чародейка закончит заклятие. Дырку найду. Только как я узнаю, когда бить? Когда станет понятно, что проклятие касается тебя. Будь внимателен, потому что там не обязательно будет твое имя. Это все? Для тебя, да. Остальное оставь мне. Во время обряда могут появиться призраки. Могут или появятся. Все зависит от ауры Сабрины в призрачных мирах. По-моему, духи эту манду терпеть не могут. Ладно. Говори, что надо рисовать, и пойдем дальше. Тебе, государь, придется сойти вниз. А ты? А я буду тебя направлять. Отсюда лучше видно. Эту манду, блин. Так, и чё, и где? А как мне? По очереди, что ли? Король, иди в сторону ведьмина круга.
Должно быть, я неправильно рассчитал, государь. Придется начать сначала. А, сука. Надо смотреть, может быть, сначала. Отметить ведьмин круг. Ха. Ха. Так, отметить черные свечи. Сожженное дерево. Череп козла. Тушка ворона. Простокваша. И окаменевший хлеб. Так. А что делать-то мне надо, блядь? Да. К дереву, что ли, блядь? К черным. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Должно быть, я неправильно рассчитал, государь. Придется начать сначала. Государь, направляйся в сторону черных свечей. Должно. Так я, блядь, не к козлу? Теперь к козлиному черепу. Должно. К хлебу? Где ты? Как, блин, узнать-то? Государь, сыпь порошок в сторону окаменевшей буханки. Вот, буханка. Так, к простоквашке. Теперь сыпь порошок, двигаясь к каменной чаше. Должно быть... Так, стой. Хлеб у нас был, да? Государь, найди в кругу вороньи останки. Должно... Нет. Значит, к дереву надо идти. Или к свечам. К свечам, наверное. Государь, направляйся в сторону черных свечей. Должно... А, что, так сначала, что ли, все надо начать? Государь, сыпь... Так, хлеб, ладно, он насыпал. Ой, хлеб он насыпал. Не надо какой-то знак воспроизвести, а... Сука, какой, блядь? К простоквашке? Ну, вряд ли, блядь. К... Ну, давай к свечам выберем, блядь. Государь, направляйся в сторону черных свечей. Так, это защитный этот, наверное, знак какой-нибудь. Так. Хоть, блядь, записывай их. Хлеб, свечи... К черепу козла, что ли? Теперь к козлиному черепу. Ну да, да, да. Это в форме песочных часов что-то подобное будет. К простоквашке? Теперь сыпь порошок, двигаясь к каменной чаше. Должно быть... Блять. Так. Хлеб. Государь, сыпь... Блять, пропустить нельзя. Сейчас тут проебемся. Час, блять. Как он там сыпет их. Так. К свечам. Государь, направляйся в сторону черных свечей. Я, может, что-то пропустил, блядь, то, что... Так, свеча к козлу. Теперь к козлиному черепу. Может быть, что-то пропустил я по поводу... Да нет, вроде. Может, рассказывали, какой знак-то надо? Где-то. Так, тушки ворона. А где ворон-то, блядь? Да. Государь, найди в кругу вороньи останки. Да сука. Ну-ка подожди, назад нахуй. Направлять Хенцель, чтобы руны из гримуара Детмальда. Вот. Чтобы не тупить неделю, блять. Гримуар Детмальда. Ёб твою мать нахуй. Ты, блядь, серьезно, нахуй? Ну-ка я сфотографирую, блядь. Охуеть. Так.
Детмальд, блядь. Гримуар, блядь. Чертил, блядь. Чертила, ебаный. Так, гримуар. Надо еще понять, что тут где, блядь. Так, выход нахуй. Так, значит, идем к хлебу. Государь, сыпь порошок в сторону окаменевшей буханки. Так, свечи. Государь, направляйся в сторону черных свечей. А где точка, блядь, вот, от которой он начинает, интересно знать? Теперь к козлиному черепу. Козлиный череп? Ну-ка, вот как это, блядь, выглядит-то? А, это вот линия-то длинная, да? Теперь к дереву, что ли, обугленному, да? Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Дерево обгоревшее. Так. Это ведь все надо как бы за один раз заебашить-то, блядь. Так, тут вот ворон, да, у нас лежит. Государь, найди в кругу вороньи останки. Потом к чашке, блядь. Что там, с простоквашкой. Так. Теперь сыпь порошок, двигаясь к каменной чаше. Ну вот, вроде бы. Обратно теперь. К ведьминому кругу. Король, иди в сторону ведьмина круга. Угу. Король, сделай большой ровный круг на некотором расстоянии от кострища. А хорошо вышло. Даже обидно, что ветер все разнесет. Злая сила проклятия исходит от огня. Огонь вообще очень мощная стихия, которую трудно усмирить. А у этого пламени был дополнительный источник сил. Он питался телом самой чародейки. Хватит разводить, как говорит Детмальд, фантазгеммары вокруг чародейки. Я себе уже все сапоги изгваздал. Оставайся в кругу, государь. Смердит этот порошок, как краснолюдское говно. Поджечь магический порошок по этот самый. А как, блядь? А, Ирден Игни. Я уж забыл, блядь, кнопки-то какие, ёпта мать. Не горит? Откуда поджигать-то? А, хуякно. Началось. У тебя отважные воины, государь. Они боятся призраков, как и все. Мать моя, да сколько ж тут всего. Спокойно, король. Нас хранят магические руны. Призраки через барьер не пройдут. Людей я не боюсь, но вся эта херня действует мне на нервы. Пока не выйдешь за руны, ты будешь в безопасности. Что мне делать? Когда чародейка тебя позовет, яви милосердие и оборви ее муки ударом копья. Ты разорвал круг. Призраки прорвутся внутрь. Что теперь делать? Я займусь ими, а ты завершай экзорцизм. Будь проклят, Хенсельд. Кровью и огнем. Пусть! Небосклон, транзит падающая звезда, отмечая смертельный путь кровавым хвостом. Путь! Привести
хитрые чешуя, заключенная в квадраты блестящего золота. Пусть единорог попрет древний и приблизит приход. Сквозь боль и могущество пожирающего воздух ради обугленных костей невинных да свершится предсказанное. Ты умрешь, как я предсказала. Тебе не уйти от предназначения. Будь проклят, Хеншельд. Кровью и огнем пусть свершится. Кровью и огнем пусть небосклон пронзит нас. Давай, король! Удалось. Ты уверен? Я уверен только в том, что краснолюд пройдет между ног у тролля. На цыпочках. Но я думаю, что все прошло хорошо. Хорошо для меня, хорошо для тебя. Хуже для Айдирна. Мы смогли снять проклятие лишь благодаря великодушию Саски. Ты должен выслать послов с благодарностью. Я поблагодарю ее лично. Как только ты снимешь проклятие с поля битвы. Снять проклятие духов будет гораздо труднее. Я верю в тебя. А вера творит чудеса. Поэтому мне нужен артефакт, символизирующий веру. Знаю, знаю. Дед Мальт уже говорил. Я дам тебе медальон. Но сперва мне надо выпить. Пойдем в шатер, я поставлю лучшее вино. Ты заслужил его. Новый уровень. Так, трупов-то мы тут нормально оставили. Не трупов, точнее, эту всю хуйню, связанную с призраками. Эссенция смерти. Трофей даже мы нашли. Так. Да. Интересненькая такая миссия. Что-то есть еще? Нету ни хера, блядь. Так. У нас еще по заданию там что-то ведь должно. Где же Трис? Проклятие крови. Найти знамя бурой хоругви, меч. Так а мы это, блядь, еще... Знамя есть, меч есть. А, медальон. Ты, еб твою мать, точно. Вот топцев-то нет еще тут, что ли? А, были. Тут они бывали. А, сука, тут не пройду. Геральт слишком толстый, блядь. Да, кстати, там вот под башней есть какая-то дверь, блядь, что ли? Закрытая, причем. Может дойти до нее? У нас вряд ли, конечно, есть ключ сейчас. Ты ёб твою мать. Так, там вон дамы, блядь, стирают. Привет, красавчик. Ой, скукотища. А, ты... Мне надо тебе что-нибудь впарить. Ну-ка, давай покажу, что у тебя есть. Сейчас мы продадим ржавый нож. Тебе отдадим. Судьба. Серебряный меч. Меч бурой хоругви.
Кстати, хорошая мечта, блядь. Так, вот тут доспехи нет. Тимерские сапоги отдадим. Тяжелые сапоги отдадим. Накладки паучьи. Я что-то тут тяжелого есть. У нас сколько кошек? 6, ласточки 4, чайка. Что, блядь, за чайка нахуй? Здоровье уменьшает. Оказывается, чайка-то, блядь. Так, ладно. Ну-ка, подожди. Вот тут что-то тяжелое должно быть по-любому, блядь. Железная руда. Хотя мы вроде не были давно продавали себе. Когти гарпии. Блядь, вот мне куда их нахуй? Давай продадим. Не знаю, блядь. Давай 26 продадим. Так. Во. Кожа, блядь. Кожа 3 продадим ему. Угу. Кусок дерева, блядь. Шкура Эндриаги. Ну и все, наверное, да? А, где-то мусор вот. Кольцо. 3 кольца. Тебе, блядь, их я набрал. Ну. Трофей у нас есть. Трофей призрак. 3 трофея призрака. Вот тролля не отдам. Трофей для Эльтона. Ну-ка, сейчас я сюда зайду. Тут открыто ведь должно быть. Подземелье старой башни. Вот здесь дверь, и она, блядь, закрыта, нахуй. Нужен ключ. Где я его возьму, нахуй? Тут нету ни хера, блядь. Чё это, блядь? Это кто, блядь, там? Ты кто там? Рычишь, блядь. Так страшно, блядь. Ну, у меня ключа нету, блядь. Никаких ключей тут. Нету и в помине. Блин, очень жаль на самом деле. Погоди-ка, а здесь что у нас такое? Ну это бордель, блядь. Мы отсюда падали. Кто-то там наверху кричит, блядь. Наверное. Ладно, погнали отсюда. Нехуй тут делать. Там, наверное, какая-нибудь тварь, блядь. О, нет. Опять этот белый. Рыкает. А теперь стоим с черными одним лагерем. Ну, я пойду посмотрю, блядь. Ради интереса, блядь. Кто тут так? Такие звуки издают. Что за сволочь? О, там ебашты, блядь. Не, вы давайте без меня тут, блядь. Развлекайтесь, блядь. Я пойду к королю. Там винчишка. Он сказал, выставил лучшее, блядь. Мы лучше там с королем побеседуем, блядь. Вы уж давайте тут сами, блядь. Так. Открывай. Если там мужик, оказывается, ходит по стене, блядь. Я что-то не видел, блядь. Итак. Где же у нас Хенсельд? В своем, наверное, шатре, как я понимаю. Этого никак не убьют, блядь. Все пытают. Эльфа.
как и есть стадо. Понабрали холопов. Король занят. Приходи вечером. Как, блять? Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Король занят? Приветствую, кем бы ты ни был. А где Детмольд-то, блядь? Пёс. С ведьмаками мы пока дела не имели. Будь здоров. Блин, серьезно, что ли, вечера ждать? Так-то похуй, конечно. Король занят, приходи вечером. Блядь, твою мать. Ну, давайте тогда поспим, что ли. Так. Ну-ка, ты, Тенсервиль, блядь. Блядь. О. Искусная чародейка вроде тебя наверняка многое знает о дикой охоте. Магическое знание не имеет ничего общего с крестьянскими предрассудками. Дикая охота не предрассудок. Да, действительно, существует такое явление. Я хочу знать о нем все. Я никогда этим не занималась. Охота интересует меня не больше, чем природа воздушных смерчей или ледяного дождя. У меня есть доказательства того, что дикая охота — это мощный источник силы. Такие вещи обычно интересуют чародеев. Для простого смертного все, что непонятно, тут же становится подозрительным. За всем он видит заговор. А если есть заговор, известно, что его устроили чародеи. Я не простой смертный. Я нашел записки человека, который посвятил этому всю свою жизнь. Сходи к аптекарю. Кажется, его интересует всякая мистика. Я не знаю, почему ты не хочешь мне помочь. Но, возможно, узнаю. Аптекарь. Добрый день, мастер-ведьмак. И вам того же. Сходить к аптекарю, блять. А где он может быть-то, блядь? Завершить все дела в лагере Хенсельта. Бля, аптекарь. Ты не аптекарь? Они наняли ведьмака? Аптекарь. Сейчас, подождите, я вспоминаю. В шатрах у нас есть аптекарь? Или нихера нету? Может и есть. Ты не аптекарь? Ладно, сейчас давайте кемарить тогда. И... Кстати, надо персонажа прокачать. Я мог, конечно, и так это сделать. Три таланта у нас есть. Только три таланта. Так. Надо что-то нам с мечом сделать. Позволяет контролировать удары противника. Репост. Дальность перекатов. Снижение урона плюс 5. А есть что-то, блядь, шанс убить одним ударом 2%. Ты, блядь, про натуре, что ли, блядь? Так, вероятность всех критических эффектов плюс 5. Да, блядь. Здоровье плюс 50. Давай сделаем, хули. А это что такое? Давай одним ударом 2%, блядь. А следующий сколько? Еще 5%. Да, блядь, вот так нихера себе, блядь. Мутация, че? Мутировать? Это что за хуйня, блядь?
Броня плюс... Ну, это временная, наверное. Временная хуйня-то. Мутаген усиления, блядь. Я, кстати, что-то даже не знаю, что это такое-то, блядь. Хуй не знаю. Так, ожидание. Приходи вечером, он сказал, да? А сейчас сколько? Сейчас полдень. Тогда до заката, блядь, давай. Нет, ну, 8 вечера, блядь, да, допустим. Окружили, суки. Король занят. Приходи вечером. Блядь, а сейчас не вечер, что ли? Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Походу, не вечер, блядь. Ладно, надо узнать, во сколько тут вечер. Вечер, блядь, начинается. Давай 21 час, блядь. Ну, сейчас-то уж вечер, блядь. Луна вон. О, вечер. Хорошо, что ты здесь. Сегодня утром прибыл гонец из Редании. Читай. Король Редании Родовид Пятый. Сын Визимира и Гедвиги из Малиоры. Владыка... Короче... Дело в том, что неверно, будто Тимерия после смерти короля Фольтеста, влады... Неверно, будто Фольтест не оставил прямых наследников. Кто наследует? Ввиду трагической гибели принца Бусси, корону Тимерии наследует его сестра Анаис. Ведьмак, ты участвовал в бою за замок Лавалетов. Помнишь, сколько лет этой принцессе? Она слишком молода, чтобы править. Напомни, кто ее мать. Анаис незаконно рожденная. Вот тебе и на. Бастарды же не могут наследовать. Если собрать всех бастардов, что я наплодил, их хватит, чтобы занять все троны Севера. Что тут творится? Стража! Ты кто такой? Убийца! Это кто такие? Меня хотели убить! Меня! Ха-ха-ха! Тьфу ты! Вот наказание! Ведьмак, надо поговорить. Детмальт сказал, что тебе нужен этот медальон. Ты спас мне жизнь. А не могу же я быть совсем неблагодарным, чтобы там обо мне не говорили. Жаль, что никого не взяли живым. Не плачь, Тансервиль. Есть способы развязать язык даже покойникам. Знаю я эти способы. Некромантия запрещена. Пока нет ни совета, ни капитула, довольно странно говорить про запреты. Что вы скажете, Ваше Величество? Я хочу знать все. И если для этого придется трахнуть этот труп, трахни его. Некромантия, государь, это раздел магии, который... В гробу я видал этот раздел. Сделай все, что нужно. Не хочу иметь с этим ничего общего.
Как говорят мужики, баба с возу кобыле легче. Ведьмак, мне понадобится твоя помощь. Ты знаешь, где меня найти. И так всегда. Я етить-колотить король. Она жмется и дуется, будто ей последний вахлак под юбку лезет. Пропел на костер, нахуй, как Сабрина. Так. Ну, я, наверное, пойду. Ладно, иди, иди. Детмальт, небось, уже ногти грызет от нетерпения. А ты мне амулет-то дал, дядя? Так. Сейчас, подожди-ка. Вид твоего лагеря, наверное, вселяет ужас в сердца врагов. Запах так точно. Это обычная война, ведьмак. Капуста, пот и людской страх. Вечные спутники растущей империи. Благодарю за урок. Как я понимаю, остальные войска ты будешь переправлять в последнюю минуту? Ничто так не ослабляет сердца защитников крепости, как вид постоянно прибывающих отрядов врага. Хотя эти сукины дети из Вергена – достойный противник. Думаю, население Айдирна с тобой... Так, это мы все читали. Это мы читали. Ну, пойдем. Сохраняшка работает? Работает. Так, к Детмальду мы пойдем, наверное, уже в следующей серии. И так уже чуть подзатянули. Ну, ладно. Помочь Детмальду в некроманском ритуале. Угу. С вами был Малдор. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.